Всем привет, меня зовут Филипп, компания Coffee Case. Вот такая кофемашина сейчас есть в наличии. Полностью обслуженная. В отличном состоянии. На корпусе есть пара царапин, это не то, что-то как и на всех, сейчас я их покажу. Вот здесь одна сбоку. Спереди все отлично, ничего нету. И вот на этой стороне, внизу, ну, по идее, это будет либо запачки с молоком, вот они две такие, либо здесь будет ставиться холодильник, и тоже полностью будет загорожено, так что ничего не стыкнет. Приготовим капучино. Вот такой капучино у нас получился. Пенка плотная. Приготовим американо. Объем можно менять, поставить под ваши стаканчики, в общем-то, под любую посуду. Пенку прибавлять, убавлять, кофе делать крепче, это все без проблем.